Что дети? Пятеро, вроде шесть было. Шесть же вроде было. А? А, вон шестой. Вот он шестой. Приехали дети. Приехали маленькие. Господи, что ж творят, а? Ну что творят? Ну, пошли, бери. Бери осторожно. Так, эту не закрывай. Неси аккуратно. Все, пошли. Так. Все. Пошли, ребята. Сегодня день открытых дверей для малышей. Заходи. Да. Ну что, ребят, забрали маму у других деток, посадили к вот этим малышам. Пока она привыкает. Молочко в сисях есть. Очень надеюсь, что за ночь малыши все-таки к ней подползут, и она их покормит. Это единственная надежда, ребята. Ну что, ребята, нам пришлось маму вернуть назад детям. Вон, видите, чмокают, сосут. А тех малышей мама не приняла. Мы сутки с ней посидели, и она у нас малыша укусила до крови. Поэтому срочно ее забрали и отсадили назад к ее детям. Да, солнышко, она хорошая девочка, просто она хотела к своим деткам. Да, ты красавица, Астрочка. Ты красавица, хорошая. Она ласковая, хорошая девочка, но вольерчик у них, видите, какой хороший, чистый. Спят в бытовке. Вот бы для всех мам вот такие сделать, именно для мам. А подрастут, рассаживать в другие вольеры. А эти вольеры сохранять именно для мам. Вот такие дела у нас, ребят. Друзья, будни нашего приюта. Что-то делаем. Вот видите, пообрезали старые профили, прошлись по вольеру. Какие нашли обрезки? Потому что нам очень-очень надо рассадить малышей. Сняли самые верхние, ржавые. Так. Убираем с крыш железо и меняем его на резину, потому что собаки начали резать лапы. Потому что железо гниет очень сильно и быстро. Я даже не ожидала этого, ребята, честное слово, не ожидала. Но мы меняем сейчас полностью вот это железо, которое на крышах. Думали, будет удобно. Нет, ребята, опасно. Поэтому переделываем сейчас. Да, время отнимает, переделывать тяжело. Но, ребята, это приходится делать. Вот это железо, ребята, мы снимаем с будок. Видите, что творится? Собаки запрыгивают на будку, спрыгивают. И, ребята, это опасно. И мы начали снимать. Все-все-все. Именно с будок. И меняем уже вот... Раз, два, три. Три вольера, вернее, три ряда мы уже поменяли на резину. И так будет до конца, ребята. А еще, ребята, у нас осталось два рулона сетки. Я не уверена, что нам хватит на обтянуть вот здесь. Будем что-то выгадывать, как-то делать. К тому же пол, видите, досок не хватает. Ребят, рвемся из последних сил. Там кусок берем, там кусок. Я вас очень прошу. Друзья, если можно... Помогите нам. Помогите рассадить малышей. Их очень много, и они подросли. Друзья, ну что сказать. Завозим грунт потихонечку. То там машину грунта можем взять, то там машину грунта можем взять. Ребят, и выравниваем все. Выравниваем все эти ямы, чтобы хоть немножечко поднять болото, вот это весеннее-осеннее, дождевое, и не ходить по колено в воде. Ребят, это очень опасно и для людей, и для животных. Вот здесь все выровняли, скосили. Видите, аккуратно, чисто. Вот, вот здесь еще у нас хаос. Но вот здесь нам обязательно надо завести машины 3 земли, чтобы поднять. Потому что вон там у нас вот такая ложбина. И она обязательно зальется водой при первом же дожде. Вот это все выравниваем, ребята, потому что мы дорогу подняли. Да, работа ведется, она почти незаметная, грязная. Но, ребят, она ведет. Это наша рутина. Вот здесь мы подняли хорошо. Прям до уровня вольеров, еще лопатами подровняем, и будет вообще замечательно. Понимаете, здесь уже болота у нас точно не будет. Нам осталось только вон те края еще подровнять, но не хватило грунта. Ребят, я вас очень прошу, очень хочется довести работу до конца. Еще необходимо, надо будет проходы. Вот эти проходы. Вот видите, здесь мы хорошо подняли, а проходы еще внизу. И здесь будет болото.
Ребята, это необходимо делать. Я очень вас прошу. К тому же мы сейчас видели, убираем все железо, чтобы собаки не ранились. Вот эти проходы надо все выравнивать, чтобы ям этих не было. Это наша работа. Что мне сказать, мои хорошие? Без вас нам не выжить. А привести приют в порядок – это наше общее дело. Ведь мы их спасаем не для того, чтобы они мучились, а для того, чтобы у них были хоть немного приемлемые, нормальные средства для жизни. Какая жизнь? Существование, ребят. Ну, хотя бы так. Дальше едем. Начинаем кормить. Начинаем кормить, ребята. Поэтому все так завелись. Мы хотим кушать. Кушать! Кушать хотим. У нас нет корма. Да, мои хорошие? Все хотят ласки и любви, да? И корма, и кушать хотим. Скажи, мы хотим кушать. Кушать хотим, кушать, кушать. Ребята. Так, а мы куда? Мы далеко? Ну-ка быстро назад. Ты посмотри, какой деловой, а? У нас закончился корм. Нам нужен корм. Миски пустые. Скажи, у нас и мисок тоже не хватает, да? Ведра, тазики нам очень нужны. Вот видите, из чего у нас миски? Я тебе слепила из того, что было. Не хватает у нас мисок, не хватает у нас ведер.